Образцовый ансамбль «Калинка» играет композицию Владимира Синенко «Стабат Матер» скорбящим матерям посвящается. Глубокое и пронзительное исполнение произведения на домре пробирает до мурашек. Не смогли остаться равнодушными и жюри международного многожанрового конкурса культуры и искусства, посвященного 9 мая. За выступление ансамблю присудили гран-при. Мне очень понравилось. Эти были незабываемые ощущения. Новое место. Перед новыми людьми. Слагаемые успешного выступления, а не какие? Чтобы все хотели играть эти произведения, все старались. Ну, естественно, дух вот командный. Звание образцового ансамблю детской музыкальной школы присвоили в 2019 году. Подтвердили его в 2022. За плечами талантливых домристов десятки побед в конкурсах разного уровня. Особо бережно в своих сердцах они хранят воспоминания об аплодисментах и теплых словах слушателей. Шквал оваций сорвало и выступление в Москве в апреле. В феврале коллектив пригласили пройти отборочный тур в программе концерта Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова «Свет надежды». Мы прошли этот конкурс и выступали в Москве 23 апреля в Международном доме музыки в камерном зале. Мы играли программу Анатолий Белаш «Калина Варжи» и Сергей Федоров «Румба Шурумба». Нас очень тепло там принимали. Такие были аплодисменты, что прям дети даже прям сами тоже удивились. Образцовый ансамбль домристов «Калинка» открыл набор. Попасть в яркую творческую музыкальную семью могут юные саровчане, достигшие 6 лет. Подробности по телефону 98-188. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.